Всем добрый день! Сегодня будем улучшать кожу рук при помощи улиток. Этих улиток я насобирала на своем огороде. Девочки, что я буду делать со своим огородом, как избавляться от этих улиток, я пока еще не знаю. Этот дом мы приобрели недавно, и никогда я не знала, что может быть такая проблема. Весь огород просто пестрит вот этими улитками. Так что, если у вас есть опыт, как бороться на огороде с улитками, чтобы они не скушали весь мой урожай, пишите. Значит, этих улиточек я посадила в эту баночку примерно 2 дня назад. Положила им там зелень, морковку, немножко воды. Крышечку эту открывала, чтобы им было чем дышать. Даже сделала вот такие отверстия. И вот сейчас они уже немножко очистились, я думаю. И буду увлажнять руки. Ну, руки у меня вот кожа тонкая, и поэтому вот хочешь не хочешь, кожа не такая, как хотелось быть. Но тем более, если учесть, что владелец этих ручек уже 50 с большим-большим жирным плюсом. Значит, что я сейчас сделаю? Сейчас, наверное, я пройду на огород и покажу вам их именно вот на огороде сначала, а потом займемся уже руками. Или даже не так. Я их сначала посажу на руки. И пока я буду ходить по огороду, они мне уже будут делать такой вот массаж. Будут увлажнять своей слизью. День солнечный, улитки попрятались, но все-таки вот здесь в тени, около забора, их прилично. И живые, и пустые, и каких только тут их нету. Цветет вишенка, пчелы гудят. Как можно мимо пройти и не снять вот эту красоту? Красные тюльпаны уже отцветают. Нарциссы отвернулись, никак не хотят в кадр попасть. Опа-на! Упали мои улитки с руки. Вот сколько много слизи они выделили. Вот теперь пускай эта слизь высыхает. Ну что, красавица, уходи. Ты свое дело сделала. Вон какая ленивая. Красивая, я бы сказала. Руки помыла, сравниваю. Здесь улитки были, здесь улиток не было. Девочки, смотрите, эффект уже есть после первой процедуры. Так что дерзайте, я в восторге, скажу честно. На сегодня все, до свидания, всего доброго.